Хороших от плохих организаций благотворительных отличить практически невозможно, особенно вот нам, артистам. Нас приглашают, там благотворительный фонд такой-то, вот, пожалуйста, вы не могли приехать спеть там, там-то бесплатно там, и так далее. Я бы, конечно, по-другому выстроил эту систему. Я бы так вот, есть вот такое-то вот мероприятие. Прохор, вот, дорогой Прохор, приезжайте там, или дорогая Алла Пугачева, приезжайте вот такое-то мероприятие в поддержку там малообеспеченных там или нищих, или там, не знаю, больных. Очень много слабых у нас людей в обществе, к сожалению. Нужно вот концерт организовать. Мы вот приезжаем, выступаем, значит, в поддержку, да. Вот мне конкретно отдают мой гонорар в руки, в который я стою. Значит, и я при всех этот гонорар из своих рук отдаю лично, при камерах, при людях, вот все видят это, все, ну, то есть сделать такую церемонию прям. Отдаю лично в руки вот этому больному ребенку или лично в руки там, ну, кому эти деньги, ради кого я приехал петь. Вот это было бы, конечно, более правильно, нежели я приезжаю, бесплатно пою, кто-то там какие-то, значит, эти, как это сейчас называется, выигрывает эти, ну, как это выигрывается, ну, как называется, забыл это слово, вот, и, значит, как-то все мутно, неясно, куда-то чего-то я пою, выделились какие-то деньги, куда они пошли в итоге, я не знаю, вот, ну, бывают другие ситуации, когда приезжаешь в детский дом, вот конкретно, там, потратил какую-то сумму, вот, раздал, но это же, этого же очень мало, это же не решает, вы вот из магазина пришли с пакетами, с огромное количество пакетов, вся машина заставлена, вы все это сожрете с семьей через 3 дня. А чем эти дети отличаются, которые в этом детском доме? И раз в год им эти пакеты принесли. Так им хватит их на 3 дня. Надо же думать более масштабно. Вот. Поэтому я бы по-другому выстроил всю систему благотворительную. Но, к сожалению, а порядочные люди или нет, это уже вопрос до Бога. В общем-то, во всех сферах есть непорядочные.